На поле здесь работали глифосатом. Какая здесь была проблема? Ну, банальная проблема залежного участка. Здесь очень много. Ну, он относительно залежный. Передисковали, посеяли озимую пшеницу. А здесь оказалось, что очень много костра ржаного. Вот такая вот масса. И в момент, когда перед тем, как поливали его, как бы было сомнение, а хватит ли, ну, 150 литров воды, хватит ли, чтобы пролить эту массу. И как ни... То есть сомнения были, масса достаточно мощная. И в то же время воды хватило, чтобы пролить эту массу. То есть сорняк полностью выгорел, уничтожен. Понятно, что есть массивы получше, погуще, как бы сказать, поустойчивее. И вот здесь вот такой вот огрех. Вот такое вот поле было. Костер ржаной. Ну, мне кажется, слишком он тут уж густой. И озимая пшеница. Какая проблема у костра ржаного? Это, конечно же, опушение листьев. И поэтому его противозлаковые гербициды, которые можно использовать на зерновых, они не берут.